Итак, я всех приветствую на продолжении прохождения амнезии. Вчера мы закончили на том, что смогли все-таки переместиться. Вроде как смогли, но вроде как и неудачно. Через портал. И попали, черт его знает куда. Сейчас увидим, где же мы Да, вот мы с вами оказались в таком непонятном месте. Нужно понять, что тут сделать. Пока все очень неясно. Еще один портал, или то, что когда-то им было, он разрушен. Что это дало? Очень сложно понять. Что же делать? Разберемся. Какой-то рычаг. Похоже, не работает. Ну, закрыто. Эта штука, думаю, где-нибудь пригодится. Лестница. Так, маслом пока заправлю. Будет уже немножко полегче.
где же она может пригодиться? Интересно. Так, попробую сначала сюда ее отнести. Может быть, что-то получится. Так, активизировалась. Вот эти штучки загорелись. А что это дало? А можно сюда свои встать? Хорошо, а какой символ? Что происходит? Какой-нибудь есть? Почему я не удивлен? Дверя. Как это максимально работает вот до сюда? О, отлично. Просто можно. Дверя. Боже, чат. Хватит капитанить. Ну, я как бы понял, я там проверяю, просто может быть там. Так, это максимально работает вот. Так, что-то я уже давно замолчал, потому что я тут конкретно вперся. До туда она не доходит, значит нужно искать что-то другое. Попробую сюда, что ли. Так, так. Так, все, здесь перестает работать. Вставляю здесь. Ну и. О! Аллилуйя! Это было довольно просто, но непросто. Так, еще одна пирамида. Ага. Ну, я примерно понимаю, для чего она нужна, чтобы нам до той комнаты добраться.
непонятная пелемерда. Это уже какие-то египетские мотивы. Но опять же, не совсем египетские. С чем-то они перемешаны. Тикс. Записка. О, важный прорыв в разработке процесса очистки совершился благодаря Аяндре, отступнику, что навлек на себя гнев правителей озаренной крепости и молил об убежище в нашем городе, доказывая свою ценность. Отступник предложил использовать отвар эмерихских цветков для стирания памяти подобных, облегчая тем самым последствия многократного воздействия на них. Это весьма впечатлило Тэмаку, и он взял Аяндру под свое покровительство. Они сотрудничают много лет, пока не раскрылись преступления отступника. После этого он был изгнан без права на возвращение. Спички. Спички. Я вас вижу. А ты со мной пойдешь. Я уже понимаю, что делать. Поэтому, думаю, процесс прохождения немножко пойдет побыстрее. Надеюсь. Вот сюда лети. Сюда, а ты брось отсюда. Отлично. Стать ровно. Так, взаимодействует. Что-то разблокировал, да? Механизм. Тогда это. Какое-то представление, демонстрация? Так, а что открылось-то? Вы не подскажете? Не хочет открываться. Так. То где? Что происходит вообще? Какое-то тело. Целый механизм.
Ой. Куда он уехал? Какой-то очень-очень странный процесс произошел. Это тело было выброшено туда. И что делать? Так. У нас осталась голограмма. Три точки. Что с ними делать. Итак, мы продолжаем. Так, на эту что я вызывал? Ну, окей. Это было не очевидно. Что за аттракцион? Идет диагностика, как я понимаю. И вот он уже виден, плод. О, вот и ты. Прости, прости, малютка. Это все за счастье, поверь. Я думал, вдруг ты мне только приснилась, что у меня внутри, или что-то пошло не так. What? Что? Что-то не так? Голова. Мне это не нравится. I don't like this. Что это значит? Неизвестная болезнь. Болезнь. Зря тратишь. Ребенок родится больным. Болезнь. Уничтожить его. Я могу помочь ей. Могу спасти ее. Она больна? Я помню, господи. Как Элис. Что же делать? Помоги мне. Помощь в тех стенах. Иди за мной.
Можете помочь? Пытаться хоть чем-то. Костей. Ничего полезного тут нету. Ни масла, ни спичек. Вот спички. Надо подзаправить. Вот это уже получше. Надеюсь, этот гуль не выскочит здесь. Довольно-таки большая локация. Черт, куда идти-то? Тупик? Нет, тупик. Или тупик? Тупик. Зато масло. Здесь тоже тупик. Вход завален. Ну, значит, пойдем сюда. Мари, можете не знать, что у меня под ногами. Выход. Очень надеюсь. Ох, мое сердце.
Что же тут за локация теперь у нас? Так, спички. This place is... Похоже, это какая-то станция. Sort of station, I think. Что тут? Не работает. То же самое. Неужели закончилось уже? Очень быстро заканчивается это масло. Пора, не удержу ее, подложу шею, ничего не понимая, она тычется меня мордой. Я благодарю ее за то, что составляет нам компанию, успокаивает и кормит нас, и быстрым движением перерезаю ее горло. Она жалобна, недолго кричит, я собираю кровь, глиняный горшок, это зимой она нас спасет. Видимо, это воспоминание. Павлос от меня не отходит, не переставая щебечет о найденных пчелиных сотах. Малышка Фила, высунув язык, сосредоточенным видом что-то рисует. Палочки на земле. Гермия хватает мальчишку и поднимается на руки, устала мне улыбнувшись. Я тоже устал, но этот день наполняет меня благодарностью. Успокойся. Она обещала помочь. В этих стенах она так сказала. По крайней мере, я тебя увидела. Мне очень жаль, любовь моя. Я должна догадаться, что ты больна. Я придумаю, как тебя вылечить, обещаю. Не волнуйся, любовь моя. Не оставляй меня, все будет хорошо.
спички. Опять ничего непонятно. Туда не пройти. Масло у нас совсем чуть-чуть здесь. Если я могу помочь Амари. Это и есть жизнь против болезни. Что нужно делать? Создать Витаи. Сесть. Исцелиться. Витаи — энергия, что питает портал, ясно. В прошлый раз Витая было так легко отыскать. Не бойся, Амари. Должно быть Витая. Можно создать прямо здесь. Иначе бы она так не сказала. Не работает. Думаю, энергия его живет. Ладно. Только туда. Я Кеми делаю эту запись. Третий взов восьмого восхода под знаком Алан. На третьем канатном пути возникла неполадка. На время выяснения обстоятельств сырье было направлено на фабрику номер 5. В результате станция портала Рекиоста сообщила антисанитарии ввиду накопления сырья и запрашивает дополнительный персонал с камнями Анкари для контроля над жнецами. Рассылаю всем данные сообщения. Конец записи. Вовеки славься. Я лежу на склоне холма, что возвышается над заливом. Вокруг шелестит трава. Накануне прошел дождь, ветерок приносит аромат свежести. Небо прояснилось, остались лишь обрывки облаков. Белая коза пасется неподалеку, позвякивая колокольчиком. Я закрываю глаза и прислушиваюсь к звукам окружающего мира. Масло совсем закончилось. Непорядок. Ты помечтай о Париже, о залитой солнцем брусчатке, о прекрасных деревьях. Мечтай о них, и все наладится. Я сделаю все, что угодно, чтобы добраться с тобой до дома, любовь моя. Я здесь, любовь моя. Я рядом.
Не слушай, что происходит вокруг. Насыпай. О, Амари. Я еще помню Элис такой. Когда мы не знали. Любовь моя, ты обязательно вернешься. Мы обязательно вернемся домой. Завывает ветер, но мне тепло. Я устроился у огня, завернувшись в плед. Ее голова лежит у меня на плече. Я слушаю, как льется ее речь. Планы, надежды, мечты, фантазии. Мы знаем, что они несбыточны. Но я понимаю, что это не важно. Мы будем вместе, и только это имеет значение. Записка. Я, Теоти, делал эту запись во второй зов восьмого восхода по знакам Алан. В результате урегулирования процесса на фабрике номер 6 виток витая достиг равновесного состояния по всей системе. Это соответствует недавним подсчетам и свидетельствам о том, что для поддержания императрицы потока будет более чем достаточно. Потребность народа будет удовлетворена вплоть до присоединения новых фабрик в течение последующей сотни восходов. Конец записи. Вовеки славь ее имя. Там еще большой зал. Ой, как же тут много локаций. Очень странно, что нигде нету ни одного факела. Я Тар делал эту запись, четвертый зов. Знаком Алан Сувар существует процесс осмотра вспоминаний, оптимально использование коротких отрезков по использованию эликсира. Цикл памяти достигает пика. На данный момент наша цель — сокращение болевого цикла, дабы вызвать расположение масс, мы должны следовать этому. Так, некогда мне читать. Тут могут вообще поймать. Так, вот масло. Отличная помощь, хотя очень мало. Две спички. Совсем плохие дела.